Познакомиться с историей области в игровой форме. В Самаре прошел квест для студентов юридических факультетов региона. В его основе разные исторические факты и события. Встречается для того, чтобы пополнить запас знаний исторических, на примерах конкретных личностей, которые жили более 100 лет назад. Это интереснее для молодежи, нежели экскурсии, то есть люди будут искать сами эти объекты и узнавать, получается, с нами эту информацию. Квест – это совместный проект областной прокуратуры и Самарского экономического университета. Студентам надо было разгадывать загадки, ребусы, шарады, которые так или иначе связаны с историей области. Ребятам пришелся по душе такой формат. Для нашего общего развития, чтобы мы и наши дети знали, что у нас было в прошлом, и не забывали об этом. Такие мероприятия просто необходимы, их обязательно нужно устраивать, чтобы люди знали, ну, не просто вот свою улицу какую-то, по которой они, ну, каждый день ходят, а чтобы они знали в целом историю своей малой родины. Следующий квест организаторы планируют посвятить истории Самарского областного суда. Юлия Фролова, Семен Безгинов, Константин Головин. События.